Вот у нас потеплело. Надо выйти в магазин. А я страшнее атомной войны. Что-то не удается мне справиться с отеком под левым глазом. Видимо, это нарушение кровообращения в голове, либо из-за шеи, либо из-за грудного отдела. Не знаю, погода такая неустойчивая. То холодно, то жарко. Ветер был очень холодный, северный. Я вчера дома даже замерзла. Уже хотела обогреватель включать, а потом думала, электричество тоже надо экономить. И подушечками так вот. Что-то никак вот не могу справиться с отеком под левым глазом. Напишите мне, может быть, свой совет. Как справиться с отеком под левым глазом? Не справляюсь. И физкультуру делаю каждое утро по утрам. Вытягиваю шею. Движения делаю, но вот что-то не проходит. Больно поворачивать с левой стороны. Я вот тоже сколько уже сама разминаю тут и все. Ой, бегудя слетела. И что-то никак. Видимо, зажим где-то, не знаю. Либо подушку надо менять. Сейчас столько проблем, не до подушки.